Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Сегодня будем снимать Лове Esquire, вроде бы, третья часть. Честно, я не уверен, что я сегодня не буду смеяться, также не уверен, что я буду нормально читать, как, в принципе, я еще не читал обычно нормально никогда, я обычно смеюсь очень много, так что, окей. Значит, сейчас у нас есть выбор, как подняться наверх. Почитать здесь всякие журнальчики, вернее, наше расписание, так и узнать свои характеристики. Также у нас энергия восстановилась. Так, у вас сейчас нет предметов. А что у нас сверху? Отношения. Ого! Так, у нас есть, я вижу, какой-то хиллер. Смотрите, у нас там даже с кем-то отношения прокачаны. Смотри. А, это наша сестра. Вау! Эмили. А мы ее просто Эми звали. Потом у нас даже сердечки бьются в этих самых. Блин, вау, классно. Так, потом Вэл. Кстати, мне Вэл больше всех нравится. Я думаю, вы понимаете почему. Потому что бойкие девчонки, которые с короткой стрижкой, это прям must have. Ладно. Ну, короче, ребят. Камалла. Лучше бы Крахмала ее назвали. Ну ладно, тут уже моя личная. Так, стекло разбить нельзя? Нет, нельзя. Жаль. Кстати говоря, я, если что, только что нажал, кажется, субтитры. Авторы, да. Ладно, давайте сейчас спустимся, наверное, вниз. Я больше не вижу, что здесь можно нажать. Камин? Нет, нет, здесь ничего не нажимается. Окей, погнали назад. Кстати, я забыл, что нам нужно сделать. Ой, смотри. А вот и Бесси. Нам нужно корову подоить. Точняк. Кстати, по времени надо запомнить, сколько у меня. Так. Я не проводил с ней время уже какое-то время. Что? Я не проводил с ней время уже какое-то время. Логика. Может, не стоит проводить ее сегодня? Может, не стоит подводить ее сегодня? Погодите. Я не проводил с ней время уже какое-то время. Окей, ладно. Может, не стоит подводить ее сегодня? Hello, Bessie. Who's a good girl? Привет, Бесси. Какая хорошая девочка. Что? Что разработчики? Что это такое? Зачем челку ей сделали? Да ладно, она еще и живая. Это типа мир фэнтези, где коровы разговаривают? Не, ребят, ну я думал, вы на мясо. Ой, в общем, сами знаете, на что пустите. Слушай, Эми хочет, чтобы я тебя сегодня подоил. Будь хорошей девочкой и расслабься, ладно? Расслабь свои булки. Ладно, шучу. Можно я му читать не буду, я себя коровой чувствую. Я делал это уже какое-то время. Я не делал это уже какое-то время. Ну, посмотрим. Кстати, тут рядом с нами Эми стоит. И будет, видимо, с нас угорать. Так, ну что, нажать на эту. Бесси выглядит удовлетворенно после... Удовлетворенной? После успешной... Ой, я просто промолчу, окей? Молоко Бесси получено. Вот так, готово. Так, ты можешь вернуться к... Руим делам Бесси. Погодите. Вижу. Типа, я думаю, можно бесконечно будет доить. Я думал, на это можно будет нажиться. Но здесь вижу таймер над Бесси сразу появляется. Окей, хорошо. Окей, я должен показать это Эмми в качестве доказательства. А ничего, что она это все видела? Где логика? Она же все это видела, пока мы доили. Привет. О, ребята, смотрите. Смотрите, что там написано. Город, работа, подарки, семья. И все, да? Блин, это значит, можем на работу устроиться? Так, подарок. Молоко Бесси. Свежеватое... Что? Свежевыжатое молоко из енешь. А можем мне прочитать это? Блин, черный вообще ничего не видно. Я же в темноте еще лежу. Эй, Эми. Что? Я дурак. Что я дура? Milky Way. Молочный путь. Вот молоко, которое ты хотела. Свежевыжатое из... Я понял, что там было написано. Боже. А почему такая прям... Не, я понимаю, игра максимально прямолинейна.
Но, блин, зачем мне так смущать? Для меня лично, ну, не знаю, ребят, забейте. Лично я смущаюсь, лично я. Такой я человек. Потому что ни разу коров не это сам, не, ну, сами не понимают. Сами не понимают, что я не делал с ними. Ух ты! В любое время. Ой, прости, брать. Я просто удивлена, что ты это сделал. Спасибо. Теперь я могу вернуться к выпечке новых яблочных пирогов. О, наша любимая, видимо. Окей, нет. Окей, иди делай, сестренка. Еще увидимся. Эми. Осторожнее, у Эми... отношение с Эми увеличилось на 6 очков. Я подумал, осторожнее. У Эми увеличилось очко на 6. Ладно, тут уже мои это самое. Кстати, куда нам дальше? Нам же не сказали, куда. Давайте в дом. Наверх. Ага, ну я понял. Кстати, а может у нас появилось в предметах? Сейчас, секундочку. Может у нас в предметах появилось наконец-то молоко? Потому что, ну, мы же только что открыли молоко. Но мы его отдали, то есть его у нас теоретически быть даже не должно. Да, действительно, у нас в предметах его нет. Сейчас, блин. Угу. Да, а нет, смотрите, есть, есть. Бесси наша. Блин, ну вот такое себе. Реалистичности нет. Хотя это ж не молоко, это сама корова. А подойти её больше нельзя, окей. Так, окей, погнали вниз, видимо, потому что квеста больше нет. Спасибо за ежедневный заход, или что там мне сказали. Окей, подтвердить. Ох, мы даже можем за рекламу забрать. Спасибо. Все, что мы пропили в баре, мы забрали за ежедневный подарок. Отлично. Так, у нас квест в архиве, и у нас квест в казармах. Ну, смотрите, мы, как наш главный герой, любит читать. Давайте пойдем, собственно говоря, туда. Или все-таки сразу к авантюристам. Хотя здесь еще и рынок есть. Блин, ну это же все занимает время. Да, да, действительно, занимает время. А день кончается, нужно спать. То есть у нас есть определенное количество, да? То есть один час пройтись к любому месту, даже учитывая, что у них... А, нет, расстояние разное. И да, чем дальше, тем дольше идти. Действительно. Ладно, давайте к архивам ближе. Окей. Ох, архивы. Теперь давай используем этот пропуск. Посмотрим. Оружейничество для чайников. А, оружейничество. Сорян, я же говорил, буду тупить. Оружейничество для чайников. Постарайся сохранить жизнь своему рыцарю. А свою не надо сохранять уже, да? Отлично. Глава вторая. Работа с драконами? Помни, твой рыцарь важнее тебя. А, типа он дракон, что ли? Если ситуация это требует, пожертвуйтесь. Логика. По крайней мере, тебя будут помнить как героя. О мой бог. Я бы хотел закончить все это за день. Извините. Она со мной разговаривает? Я полагаю, перерыв закончился давным-давно. Хм, что это за библиотекарь? А, что это библиотекарь? Перерыв? Если вы говорите о моем пропуске, то он у меня есть. Сэр? Если вы не возражаете против потери средств к существованию... Что? Против потери средств к существованию в качестве моего слуги... Так, я... Блин, пипец, сорян, я дико туплю. Я не знаю, что я так плохо читаю. Когда светло, все нормально, но по утрам... Так, я предлагаю вам вернуться к своим обязанностям. Правда, леди? Я читаю здесь. Кроме того, вы мне не указ. Но я не могу поверить в это. Кем, черт возьми, она себя возомнила? А может, это принцесса, ребята? А может быть, это реально принцесса? Слушайте, я сейчас с принцессой разговариваю, и мне тут типа такие... Иди нафиг, да? Да? Ты какая-то армия. Она стучит рукой по столу. Так, новое достижение, снова работа. Черт. Ребят, я же говорил, что-то по типу принцесса или королева. Ну что вы можете сказать в свое оправдание? Принцесса Беатрис!
Боже, ну два высших образования, конечно, тут выпечило. Ладно. Вы ошибаетесь? Я не... О-о-о! Нет. Это вас, Велли. Это вас вели в... Велли, я подумал это имя. Это вас вели в заблуждение, а не меня. Мне нужно управлять королевством. Но вы решили увильнуть от своих обязательств. Блин, мне кажется, нужно было все-таки, знаете, пойти сразу в этот... в Колизей, а в казарму, чтобы, ну, блин, как бы, сами понимаете. И что мне с вами сделать, наказать, ребята? Успокойся, я дурак. Просто смирись с этим. Твоя голова на кону. Простите, принцесса, чего вы желаете? Ленивый и бездарный, боже мой. Кто нанял этого идиота? Ребят, кто смотрел подручный бездарный Луизы, то, думаю, понимает, что там происходило в первых сериях, когда она его только призвала. Давайте наш главный герой будет точно таким же несчастным бедолагой. Я четко помню, как, так, как поручила всем помочь великому... А великому это разве имя? Ладно. Великому архивариусу в уборке этого архива. Архивариусу? Архи и вар. Типа как бы архивойна. Ну ладно. Звучит знакомо. Да, ваше величество. Жесть. Обязательно, ваше величество. О, надменная какая. Слушайте, давайте, можно, пожалуйста, мне старую картинку вернуть? Мне она больше понравилась. Она здесь какая-то более, не знаю, как сказать это. Больно, ну, чиби-версия, как будто. Вот реально, такое ощущение, что чиби-версия. А теперь прочь. Я хочу, чтобы эта старая пыльная шахта сверкала. Офигеть, она библиотеку называет шахтой. А я разве уборщик? Я разве библиотекарь? Ребят, за этим вообще должен следить библиотекарь. Мы ожидаем гостей, понимаете? Без пыли. Понял, принцесса. Фух, было на грани. Я не могу поверить, что застрял в этом хаосе. Сейчас лучше заняться уборкой. Чтобы стать умнее, придется подождать. Думал уже прикинуться глупцом. А, как помним, говорили, что любят умников, да? Увеличилось? Ребят. Еще раз. Отношение с принцессой Беатрис увеличилось на 30 очков. Вы понимаете, что я сестре сделал услугу, подоил корову, и мне дали 7 очков отношений. Я показал себя, здесь все слишком прямолинейно, поэтому давайте говорить прямо. Я показал себя необразованным и некультурным человеком по отношению к принцессе. Я, будучи даже не рыцарем, я, будучи, грубо говоря, прислугой рыцаря, оруженосцем, если точнее, да, проявил неуважение к принцессе, и мне дали 30 очков отношений. Понимаете, что с сестрой живем всю жизнь, и за то, что я помогаю, получаю 7 очков. Принцессе нагрубил и получил 30 очков уважения. Нормально так, ребят, нормально, продолжаем. То есть я лично логики в этом не вижу. А можно мне на второй этаж? Нет, не нажимается. Ну что, давайте восклицательный знак. Так, мы должны платить, чтобы читать? Вы чё, рофлите? Так, интеллект улучшает мое исцеление. Больше исцеления для всех. Ребят, если исцеление это было бы... накопление энергии, я готов был бы потратиться, но давайте мы без этого, окей? А здесь, смотрите, платить в любом случае придется, так что нет, спасибо. Давайте что-нибудь другое. Я так вижу, у нас остается только одно место, это казармы, хотя смотрите. Здесь у нас имеется восклицательный знак, поэтому это, видимо, обязательно придется. Поэтому придется. Я так понимаю, да, надо будет. Ничего не произошло. Ребята, ничего, что уже час ночи, и мы как бы... То ли это баг? Принцесса, можно на вас нажать? Да, реально можно. Город и работа. Говорите о своем деле. Слушай, ты надменная, давай-ка мне ту самую версию, которая была раньше до этого. Давайте пойдем в казармы. Время до 3 ночи, блин.
Слушай, если я не хочу спать, здесь есть где-то усталость или нет? Я просто не вижу в упор. Просто, понимаете, уже должен быть третий день, если так логически подумать, а у меня только второй день. Типа баговано что-то или как? Мать моя женщина, отец мой мужчина, бабушка моя женщина. Ну, в общем, сами понимаете. Так, рыцари, я иду. Я не могу поверить, что я действительно здесь. Здесь рождаются легенды. Вот где сэр Грант... Грант? Сэр Грант? Ребят, честно, Грант для меня это женское имя. Ладно. Мисс, может, мисс Грант? Ладно. Интересно. Это она? Не понял. Оттачивала свое мастерство. Сэр Грант? Там было написано «сэр», а не «мисс». Ладно, видимо, рыцарей, женщин тоже принято звать «сэр» в то время. Ладно, видимо, я сам не образован. Интересно, увижу ли я ее? Может, она позволит мне дотронуться до ее молота? Я просто представляю, что это за извращение. Ну, думаю, не похлеще меня будет. Интересно, будет ли у меня такое классное оружие, как у нее? По сути, приятно воткнуть во что-то копьем. Но размахнувшись шарами с шипами, но размахивать шарами с шипами тоже весело. Я понимаю про булаву, он имеет в виду, которая с шипами. Не могу дождаться. О, ребята, это ж та Лоля, которая мне понравилась. О, это просто, ребят, топовый персонаж. Она боевая, вы понимаете, что она боевая? Она нашего главного героя делает, поэтому мне она и понравилась. Эй, смотри, ребят, если что, то мы подписаны как Ватащибака. Поэтому она правильно нас называет. Ватащибака, я придурок. Эй, смотри, куда идешь, придурок. Этот карлик только что меня назвала моим именем. Откуда она его знает? Действительно. Придурок? Да. Ну, такое высказывание может быть только от маленькой девочки, как ты. Маленькая девочка? Как ты смеешь? Меня зовут Вал. Ты... в общем, давайте не будем читать, YouTube это не любит. А можно повторить, пожалуйста, еще раз на английском? Мне понравилось звучание. Кретинка? Ты хочешь подраться со мной? Малявка. Шренд? Шренд? Малявка? Почему? Почему ты такой... Она еще милый взгляд умеет строить. Сейчас время чекну. Ой, блин. Идет время, идет. За что? За что ты так, братик? Я просто... Кстати, ее имя Креветка. Ой, просто чекните. Креветка. А можно я тебе это самое съем? Ладно. Прости, я не хотела этого. Не, успокойся, ладно. Я ничего не буду делать. Мне так жаль. Я оставлю тебя в покое. Ребят, мне кажется, сейчас она развернется и даст мне какой-нибудь фронт-кик. Или, не знаю, там, бэкфист. И я получу по челюсти. Ну, реально, потому что сейчас она развернется. Я ухожу. Потом поворачивается и говорит, слушай, я хочу тебе сказать. И, ну, скажем так, летит рука в челюсть. Красивый, четкий бэкфист будет от нее. Ну ладно. Нет. О, ребят! Почему принцесса, которая была надменной, надменной и красивой, когда была 3D-модель, да? То есть при встрече. Она стала какой-то чиби-версией. А когда эта Лолька, она стала вот... как сказать, не знаю, в иконку, да? Она стала, наоборот, более взрослая. Она стала более классной. И, как по мне, она классная. Ну, я не знаю, что сказать, ребят, но... Вы посмотрите на принцессу, которая была классной. Ну, короче, я все объясню, ладно, вы понимаете, думаю, меня. Эй, подожди! Она просто исчезла. Ну и чудачка. Затеяла драку, а потом сбежала. Но она была довольно милой. Даже главный герой считает ее милой. Так что... Ой, господи, иди сквозь землю провались, мужик. Шкет, наконец-то ты здесь. Итак, ты готов к тренировкам?
Еще бы! Самое время для фехтования. Нет, ребята, мы сейчас будем не фехтовать, а мечи подавать. Мы же оруженосцы. Мы должны носить тонну оружия. Вот это настрой. Молодец. Давай мне 12 кругов. Что? Как насчет того, чтобы научиться пользоваться мечом? Знаешь, какая это классная штука. Вы слышали меня? Оружие носит. Не, ребят, даже мы даже, ребят, будем не оружие уметь носить. Мы будем просто бегать. Это совсем не весело. 20 кругов. В тяжелой броне. Тренировка на выносливость. Большую часть жизни я прожил на ферме. Это должно что-то значить, верно? Ты жил как фермер. Но только не в тяжелых доспехах. 20 кругов. Да уже 30, скажи. Это нечестно. Чего я ожидал? Отлично. Сломаем еще больше ожиданий. О, я, знаете, представляю, вот приходишь ты на работу, и тебе говорят, зарплата, ну, не знаю, допустим, давайте долларами, к примеру, да? Зарплата 500 долларов, не, ладно, что-то мало. Хотя, 500, ладно, пускай будет зарплата 600 долларов, да? Приходишь, ты такой говоришь, мой вес такой-то, рост такой-то, вот мой паспорт, вот мои данные. Такой, у тебя 5 лет стаж, ну, смотри, у нас нужен 20 лет стаж, поэтому тебе мы будем платить только 20 долларов, ну, и тупо из двое стажа, окей? Я такой, типа, но я как бы не этого ожидал. А, отлично, давай сломаем еще больше ожиданий. Сколько ты весишь? Ну, уже вот где-то скоро 100 килограмм, думаю, набрать. С такой жизнью, как у вас. Ну, короче, ладно, думаю, вы понимаете, что прикалываться здесь можно долго, но, блин, я просто люблю этого Хью, он просто мастхевный. Любит угорать над нами. Fucking shit. Хью, я думаю, знаете, что это не значит, только это на английском. Но YouTube не любит, когда я это произношу вслух. Спустя всю ночь. Хью, я, все. Хорошая работа. Я впечатлен. Мы что, бегали, сколько мы бегали, 4 часа, что ли, или я туплю? Ладно. Я же говорил, что справлюсь. Я тебя жду еще больше тренировок. Это Шибака. А, я дурак. Я уверен, что ты справишься с этим. Но на сегодня мы закончили. Ты можешь сделать пару кругов еще, если захочешь. А может быть. Тогда увидимся позже. See you later. Только не забудь положить броню обратно. Нет, братан, мы ее несем с собой, продадим на черном рынке и будем богатыми. Конечно, Хью. Увидимся. Теперь, чтобы... Так. Теперь, чтобы я сделал это снова? Чё это за голос? Ты не должен быть здесь. Чего? Ты кто, мужик? Ребята, только не говорите, что это та самая женщина, которая... Да, смотрите на ее броню, у нее в виде... Короче, не знаю, как это выемки называются для груди. Ребят, я боюсь представить, насколько она огромная, эта женщина. Ладно, окей. Мисс Грант? Я не буду ее сэр называть, окей, потому что это все-таки женщина. Я... Это вы? Вы... Это действительно вы? Чтоб меня рыбы съели и не подавились. Это вам про каких рыб? Щуки, акулы? Ну, если он про кита, то нормально. И не подавились. Я ваш самый большой поклонник. Вау, у нее даже броня двигается. Жесть. Обычно эта часть вроде не двигается. Но я просто в реальной жизни не видел. Лучше бы ее мисс подписали все-таки. Может и так. Но простолюдинам сюда нельзя. Я? А, нет. Я дурак. Я просто дурак. Я оруженосец Хью. Ха, да. Я тебя вспомнил. Хью сказал мне, что у тебя сегодня... Что у него... Что? Что у него новый оруженосец. Yep. Точно. Это же я. Тогда позвольте мне извиниться. Добро пожаловать в армию Кайрули. Кайрули или короче, да. Может, ты еще и зеленый. Но я ожидаю многовато от каждого новобранца. Многого от каждого новобранца. Пипец, я считаю. У меня не будет слабых оруженосцев. Особенно в эти времена. Так, конечно, сэр Грант, я буду лучшим.
лучше. Я восхищена твоим энтузиазмом, парень. Но прежде чем... Закройся, пожалуйста, я столько прочитать не смогу. Спасибо. Но прежде чем ты начнешь мечтать о чем-то, сосредоточься сначала на том, как улучшить свои навыки. Ребят, вот о чем я говорил. Я хочу улучшать свои навыки, я хочу быть авантюристом. Зачем мне исцеление? Зачем мне что-то такое? Я хочу просто бить на повал. Бей-бей на повал, дабы враг не вставал. О, ой, простите, я не это имел в виду. Чушь. Целься выше, юный оруженосец. Как я сказала, меньшего я не жду от солдата. Спасибо, сэр Грант. Позвольте мне сказать, вы такая классная. Спасибо, я дурак. Блин, мне так нравится. Каждый, кто говорит мое имя, ну, грубо говоря, себя оскорбляет. Хотя я сам себя оскорбляю, когда представляюсь. Ну ладно. Спасибо, я дурак. Теперь я должна покинуть тебя. Долг зовет. Сэр Грант, подождите. Да? Что такое? А, ребята, ее зовет долг, но она сможет остановиться на зов какого-то жалкого оруженосца. Это просто жесть. Вы не могли бы расписаться на моей рубашке? Пожалуйста. Ребят, эту рубашку нам недавно подарили на днюху. Какая роспись, блин. Расписаться. Ладно, забейте. Просто игнорит меня. Ох, нет, я не даю автографов, парень. О, нет, все отлично, я знаю. Вы всегда очень заняты. Прыгающая леди озера. Сэр Грант. Сэр Грант говорил со мной. Так вот, каково быть рядом с рыцарем номер один Кайрули. Я чувствую себя таким счастливым. И я вас не подведу. Прошел час, еще час, я даже спать не отправился. Отношение с Вэлл увеличилось на 300 очков. Ребят, мне кажется, у нас есть какой-то баг в этой игре со временем. Вот серьезно. Потому что он как-то, оно как-то идет непонятно. Ну да ладно. Уже ночь. Так, давайте потренируемся, наверное. Так, что он нам дает? Хью дает больше здоровья. Давай. Ребят, давайте увеличим... Стоп, погодите. 30. Давайте все-таки силу несчастную увеличим. Уже слишком поздно тренироваться. Я лучше пойду домой, чтобы завтра не проснуться в полдень. Ну, как обычно. Опять время другое. Что это за баг с игрой, ребят? Ну, пожалуйста, исправьте. А то уже полдень вообще-то, кстати говоря. А можно мне увидеть мою эту самую сестренку, пожалуйста? Нет, она не здесь. Где же она? Ну что, давайте. Сохраняемся, отдыхаем. Третий день. Сырён, братва, я тоже зеваю. Чё по времени? Ладно, давайте, я думаю, на этом все. Еще один денек мы смогли прожить. Давайте следующий денек чуть позже. Спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем добра.